В общем, решил записать такое небольшое прохождение сложного режима для моего канала. Это видео, несомненно, будет немного не того формата, к которому вы привыкли. То есть не в виде фильма. Ну, вы знаете, эти трешачки. Вот. Ну, а прохождение просто солнает сложный режим. Тут и не о чем больше говорить. Но по поводу самого прохождения хочу сказать, что тут я играл за священника в одиночку. Но это не самый лучший вариант для прохождения. Но все же. В одиночку за священника. Ну, как знаете, у священника есть такая фишка, что ему нечего хилить. Поэтому я изначально взял гусеничный гриб. И теперь появилось аж 8 хп теперь было, вместо 4. Да. А также способность молитвы. Что тоже может помочь. В принципе, вот эта способность молитвы напоминает способность рыцаря, до которого, я считаю, легче всего проходить этот режим. Тем напоминает, что ускоряет скорость атаки, собственно. Атаки становятся чуть быстрее. Ну, вы это увидите, собственно, на экране. Вот, допустим, как атакует без ускорения, и тут же как с ускорением. Видно, что побыстрее немного. Также хилит себя же. Боссы на хард-режиме отличаются больше живучестью и размерами еще, что... Ну, я не знаю, как факт скажу, что они немного побольше размером. Ну ладно, к вам еще вернусь, до следующего босса. Так, ну тут также можно отметить то, что
были найдены нунчаки. Они, я считаю, одно из лучших оружий ближнебойных. Ну, лучше, конечно же. Золотой меч лазерный. Так как это, по сути, топор, но у которого нет зарядки. Он постоянно крутится. А также была найдена клёвая пушка с наводящимися патронами. Ну и такая небольшая еще тоже мелочь в виде шаманчика мелкого. Ну вот, в принципе, босс этот гораздо быстрее проходится, потому что нет уже этого креста, который, по сути, рассчитан на то, чтобы бить нескольких врагов, но бьет одного. Ну, раньше, когда макач было. А в остальном легкий босс. Как видно, забагался немного этот шаманчик, но он умер. И выпадает посох иллюзий, который я решил, собственно, взять для разнообразия. Потому что редко он мне выпадает. Так, далее насчет перка поговорим. Так, ну вот, перк. Увеличение радиуса дальности оружия взял. Потому что это все-таки для нунчак. Так, ну вот, видно, взял я варюгу себе в союзнички, полностью прокачанного. И босс. Какой же будет босс? Варкалин, предводитель варкалингов. Ну, он, конечно, в силе Хэллоуина, потому что он был недавно. И не зря я решил сменить локацию, потому что он все-таки яд тут пускает, который мне абсолютно никак не вредит. В общем, молот, конечно, атакует на дальней дистанции, поэтому я его взял. Также от вот этого луча надоедливого, самого мощного, наверное, оружия в игре, который, ну, он, наверное, сам максимальный урон наносит, как мне кажется. Я могу ошибаться. Ну, в общем, насчет него. Него защищает здорово статуя. Прям действительно вполне неплохо. Ну вот, видно, луч код снят. И я, кстати, воспользуюсь вот этим. Вот этой фишкой со статуей. Вот. Сейчас было видно. Ну, конечно, вот этот луч у меня не всегда получалось предотвращать. Вот опять же, статуя прошла, ноль урона получил. Ну, он прям спамил последнее время, конечно, лучом. И да, вы знаете, что вот в этом дыме, или как его называть, он, ну, абсолютно невосприимчив к урону. Ну, еще как-то маскируется. Да, еще по поводу контры луча, не только статуя паладина контрит, но еще есть такая фишка. Слышите звук, сразу подходите к нему и заходите за спину. Вот, тут видно, умер все-таки, когда у него немножечко хп не добил. Но сейчас я это, в принципе, и предотвращаю.
Добиваю, у него совсем немножко осталось. Вот опять же захожу за спину. И добиваю. Все, выпадает какой-то там цветочек, семечки, осколок. Ну, разумеется, с них часто осколки падают. Ну и все, вот и хард режим. Раньше запаривался как-то проходить, но сейчас почему-то прошел без особых усердий. Да, еще раз повторю, что за рыцаря гораздо легче проходить, чем за любой другой класс. Ну вот такое вот прохождение. Я думаю, мне еще дадут достижение за то, что я сохранил 600 монет. Но нет, не дали. Не знаю, с чем это связано. По-моему, было такое достижение. Я смотрел в Вики. И сертификат сейчас найдется. Вот. В принципе. 37 минут проходил. Ну ладно. Ну все, всем спасибо за просмотр. Давайте, не болейте, что ли. Покеда.